Почему вообще скандалы появляются? Очень часто, когда человеку необходимо много, Бог его проверяет на вшивость. И когда человек говорит, допустим, в семье есть женщина, которая мечтает, чтобы у нее была квартира, допустим. При этом появляется скандал. Вот если этот скандал все перенесли очень ровно, то тогда квартира появится. Почему так происходит? Дело в том, что очень часто люди не понимают, что топливом для того, чтобы мечты сбывались, являются чувства. Неважно, какие они, негативные или позитивные. Почему? Чувство есть энергия, энергия есть сила. Все равно, какая сила, эта сила проходит через человека. То есть человек говорит, я хочу, чтобы так подуло на меня ветром в мои паруса или в лодку моей жизни, чтобы она пришла или к моей цели, которая является квартира, туда пришло. А ветер – это является чувство. Поэтому, когда человек говорит, ой, я так хочу, чтобы у меня была квартира, готовьтесь к скандалам. Если вы скандалите, орете, но при этом очень быстро помирились, то есть не разрывая друг друга, а помирились, то чувства, которые были созданы, они в ваши паруса, как воздухом, наполнят эти паруса, и ваши мечты исполнятся. Ну вот, оно так работает. Чувство в этом случае является как раз тем топливом, который создает для вас возможности исполнения ваших самых интересных и